я хочу с вами посоветоваться. Перед проведением голосования просил слова недолго, 5 минут, 5-7 минут, представитель муниципального правового центра Никита Андреевич Лапши. Дадим слово. Никита Андреевич, пожалуйста. Сегодняшнее собрание является логичным подведением итогов этой достаточно большой и непростой работы, которая была проведена. После того, как 27 января состоялось якобы собрание уполномоченных по переизбранию органов управления садоводством, органы управления узнали об этом, когда обратились в правительство Ленинградской области и получили выписку из реестра юридических лиц, в которой председателем значился совершенно другой человек. Благодаря оперативному вмешательству удалось эти изменения убрать, вернуть обратно действующего законного председателя и начать процедуру юридическую по восстановлению нарушенных прав и предотвращению последующих попыток захвата таким образом органов управления садоводством. Полгода длился судебный процесс в Сестрорецком районном суде. Не могу не отметить, что инициативная группа и членов правления садоводов принимала очень активное участие в этом процессе, поскольку, сами понимаете, юрист является инструментом, но инструментом, который определяет волю своего доверителя и оперирует от имени людей, права которых нарушены. Путем долгих переписок с правоохранительными органами все-таки, в конце концов, было принято решение о возбуждении уголовного дела после передачи дела из МВД в Следственный комитет о незаконном захвате органов управления, правда, в отношении неопределенного круга лиц, но здесь, видимо, следователи, принимающие решения, не хотели уходить в какие-то персонали по известным только одним мотивам. Значит, для того, чтобы органы управления садоводством, вот сейчас будет на собрании ставиться вопрос о избрании членов правления и председателя правления. Те документы, с которыми пришлось нам работать, они и морально устаревшие, и юридически неправильно подготовленные, и с ними, честно говоря, тяжеловато было работать, и этим пользовались те люди, которые осуществляли мероприятия, связанные с попытками получить доступ к органам управления. Для того, чтобы это предотвратить, нам пришлось разработать положение о порядке избрания уполномоченных. Для того, чтобы потом, в ходе дальнейших разбирательств судебных либо иных, всем сторонним людям было понятно, по каким округам избирались уполномоченные, в каком количестве они присутствуют в садоводстве, интересы кого они представляют. В рамках этого утвержденного положения несколько месяцев, 2 месяца, да, проводились выборы уполномоченных, из которых большинство здесь присутствует. Значит, я прошу вот к сегодняшним вопросам по избранию в правление отнестись ответственно, поскольку есть основания предполагать, что решение сегодняшнего собрания тоже будет являться предметом обжалования определенными заинтересованными лицами. Собственно, так же, как все протоколы об избрании всех уполномоченных. Поэтому мы, в свою очередь, постарались максимально соблюсти все требования законодательства по оформлению всех этих документов. Вот. А вас я призываю проголосовать, взять на себя всю полноту ответственности за принятые решения,
которые потом будут рассматриваться разными органами на предмет их законности. И не могу не отметить, что большое количество лиц, присутствующих на сегодняшний день в списках членов правления, это как раз те люди, которые принимали активное участие в этом процессе противодействия захвата структуре организации органов управления и приведению садоводства в то состояние, в котором оно могло бы не сопротивляться, а работать над сетями и решать свои внутренние экономические проблемы, а не бороться с внешними проблемами. Спасибо. Ваш сектор.
директор Любовь Васильевна. Опустите. По сектору Любовь Васильевна может быть держался. Там видно все. Вы воздержался? Закончили? Да, первый сектор воздержался. Сколько? Ноль. Третий сектор сколько? Ноль. Голосование по Алексееву закончено. И следующий кандидат. Баянова Евгения Станиславовна. Вопросы есть? Нет, подождите. Вопросов нету. Так, переходим к голосованию. Значит, кто за то, чтобы избрать Евгения Станиславовна Баянова в члены правления? А можно попросить к считающим карточки разворачивать, легче будет тебе считать. Спасибо. Тут, по-моему, и белые, и красные. Пожалуйста, говорите, когда закончите. Уважаемые, давайте
Борис, не обижайтесь. Давайте по понятным результатам. А по Владимиру Васильевичу переголосуем. Хорошо? Подождите, чтобы не было у нас Сколько у нас сейчас народу? 138. Но могли, чтобы уйти, поэтому давайте мы не больше 138 посмотрим. Микрофон, давайте еще раз. У нас техника может ошибаться, поэтому я предлагаю вот у Евгения Станислава, у нее нормальные более-менее показатели. 133 человека проголосовал, может быть, кто-то ушел. А зарегистрировано в конце концов 138. А вот цифра 143, первое голосование, она не верна. Поэтому давайте мы вас еще раз, я прошу вас, проголосовать за первую фамилию, за Владимира Васильевича Алексеева. Кто за то, чтобы избрать состав правления Владимира Васильевича? Счетчики считаем внимательно. Не путайте, не перепутайте, может быть, два раза, один ряд посчитайте. Господин Панаев, считайте, пожалуйста, проверяйте. Спасибо. Все, все, закончили. Значит, кто против? Пожалуйста. Нет, он говорит против, потому что все хватит. Вот, три человека уже против. Президиум голосования.
Так, переходим к следующей кандидатуре. А вы сдержали, посчитайте хоть. Сейчас посчитаем. А не получается, что 34? Не голосовал. Продолжаем. Следующий кандидат. Егор Павлович Славович. Это я. Пожалуйста.